приветствую, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим закуску. Такую закуску можно подать на праздничный стол. Готовится она очень быстро. Такая закуска со стола уходит в первую очередь. Сырую морковь натираем на среднюю терку. Чеснок пропустим через чеснокодавку. Соль и перец добавляем по вкусу. Заправляем сметаной. Можно использовать обычный лаваш, я использую ролл. Разрежу наполовину, так легче будет сворачивать. Промазываем лаваш плавленым сыром. Следующий слой распределяем морковь. Вареное яйцо натираем на среднюю терку. Сверху слегка делаем с майонеза сеточку. Сверху присыпаю мелко нарезанную зелень укропа. Сворачиваем в рулет. Завернем в пищевую пленку и отправим в холодильник на час. Получилось два рулета. Если вам рецепт понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!